Более 200 сильнейших пловцов со всех областных центров и со столицы нашей страны, а также из Молдовы и Азербайджана приехали в Брестский дворец водных видов спорта, чтобы сравнить свои силы с силами других спортсменов. Открыли соревнования юноши с заплывом на 200 метров вольным стилем. Открытый кубок Республики Беларусь является первым этапом отбора на главные международные соревнования белорусских спортсменов. Это Олимпийские юношеские игры в Нанкине в Китае, чемпионат Европы среди юниоров и чемпионат Европы среди взрослых, который будет проходить в августе в Берлине. Терпение, труд, все перетрут. Занимаюсь я этим порядка 13 лет. В детстве привела мама. Перед тем вообще собирался пойти на футбол, но мама завела в тот же день на плавание. И так получилось, что пошло и пошло. Терпел, старался, и вот чего-то добился. С выражением «терпение и труд, все перетрут» согласилась и Ольга Марсулева. Своим результатом в заплыве на 100 метров вольным стилем девушка не очень довольна. Чувствует, что могла бы проплыть быстрее. Но спортсменка понимает, поводов расстраиваться нет, ведь в спорте результаты достигаются постепенно, а навыки вырабатываются не только благодаря победам, чаще именно за счет поражений. Занимаюсь я плаванием уже 8 лет. На соревнования нас взяли, потому что я хорошо проплыла на отборе, отобралась. Можно было сейчас и лучше проплыть. По итогам кубка будет сформирован предварительный выездной состав на крупнейшие международные соревнования белорусской сборной по плаванию. Одним спортсменам состязания принесут победу, для других станут хорошим поводом поработать над своими личными рекордами. Известно, в спорте бывают как взлеты, так и падения. Единственное, что остается неизменным – упорство, трудолюбие и сила воли. Каковы эти качества у участников соревнований, покажут итоговые заплывы.